Они, конечно же, не первый раз на сцене, но все же волнуются. Конкурс «Студент года» – это не экзамен, оценки жюри никак не повлияют на успеваемость. Но все же ребята постарались выступить достойно. На сцене лучшие из лучших. Право представлять на конкурсе свой факультет получили студенты, которые отличились в учебе. Первой на сцену вышла Амина Шевхужева. Она исполнила старинный адыгский танец «Исламей». Древняя легенда гласит, что этот танец придумал молодой пастух по имени Ислам, который был заворожен плавным полетом орла и орлицы на лазурном небосклоне. Ребята в этот день показали красоту национальных танцев и костюмов. Также вдохновенно они исполнили и современные произведения. Ученица хорового отделения Алина Байрамукова представила на суд жюри лирическую композицию. Какая-нибудь мечта есть у тебя? Мечта? Ну, моя основная мечта – это в будущем создать свою детскую музыкальную школу, точнее, школу искусств. Но это не просто школа искусств, а именно для и обычных детей, и особенных, чтобы они как бы также могли себя реализовывать в искусстве. Чтобы, ну, моя задача – это разрушить стереотип о том, что особенные дети не могут развиваться так, как и обычные. На конкурсе было много танцев, песен и, конечно же, стихов. Несмотря на то, что Айза Казанлиева учится на хореографическом отделении и вся ее жизнь связана с танцами, она решила блеснуть и другими талантами. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. Такие конкурсы достаточно редки в нашей, можно сказать, республике, и очень хотелось бы, чтобы они были чаще, так как молодежь начнет быть активнее и, возможно, будет всесторонне развиваться. Изначально, когда мы хотели сделать этот конкурс, мы его задумывали как такой проект, который простимулирует наших студентов, чтобы они развивались не только в своих каких-то творческих направлениях, но и, в принципе, развивались во многих других направлениях. И очень приятно, что на самом деле к этому конкурсу подключились очень много партнеров, которые организовали свои. Ну, кто-то помог нам организовать, да, само мероприятие, кто-то нам помог с подарками для наших участников. Также у них есть и денежные призы и так далее. То есть это такое мероприятие, которое направлено на то, чтобы наши студенты стремились к тому, чтобы быть лучшим, участвовать в этом мероприятии, чтобы получать, как говорится, цветы, славу и признание. Вот так. На несколько минут зал замер, и во время выступления студента второго курса отделения актерского искусства Назира Биджева, стих, который он прочитал, до слез растрогал прекрасных дам. Еще бы, ведь он был посвящен дорогим матерям. Когда она одна меня растила, когда ей пришлось о себе позабыть, на утро, рассказав жене ни слова, он снова поехал в престарелый дом. Несмотря на то, что численное преимущество в этот день было на стороне прекрасных дам, первое место занял Назир Биджев, тем самым завоевав звание студент года 2021. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.